Всем привет, канал Мора Студия. Сегодня в фотошопе покажу вам просто быстренько инструменты какие. Вот кадрирование. Оно для того, чтобы обрезать какое-то, в общем, обрезать изображение. Крайне перспективы. Я так и до сих пор не могу сам понять, зачем оно нужно. Действие абсолютно такое же. Пипетка для забора цвета. Устанавливающая кисть. То же самое, что и штамп. Покажу вам потом штамп. То есть нажимаете Alt. Ну, как бы. Он как бы отсюда берет и идет. И туда. Твою, да ёб твою мать. Извините. Так, что еще кисти я показывал. Замена цвета. Ну, ничего особого такого. Не так понятно. Замена цвета. Вон там стоит черный, по-моему, да. Просто, чтобы один сантиметр на другой. Вот штамп. Тоже Alt нажимаете. Например. Вот, например, нажимаете. Ну, вот штамп. Например, нажимаете Alt. Выбираете. И. Нажимаете Alt и вставляете сюда, ничего особенного. Узорный штамп рисует то же самое, только узорами. Если отключить эффект, получится такая вот фигня. Архивные кисти. И для того, чтобы, я не знаю, по-моему, не нужен инструмент. Для того, чтобы брать и создавать какие-то такие непонятные рисунки. Так, еще побольше сделаю, покажу. Нет. Опять не то. Что-то не то. У меня часто глюки. Версия такая у меня пиратская, нестабильная. Вроде собираешься делать одно, получается другое. Тут это нормально. Архивный художественный кисть на работе как нужно. Вот, например, инструмент. Архивный кисть, по-моему, не нужная. Все-таки фигня работает как пластик какой-то, так восстанавливает из изображения архивной художественной кисти для каких-то, видимо, создания какого-то абстрактного изображения. Тоже не пойму особо, для чего это нужно. Я обычно никогда не пользуюсь. Чем меньше размер, тем больше рисунок будет похож. Чем больше, ну, тут такая фигня получается. Ну, пусть стоится. Так, ластик обычный. Это сейчас стоит отличим, потом покажу. Ластик это обычный. Стирает до цвета фона, цвет желтый стоит. Это фоновый ластик стирает свой фон. Еще волшебный вас стирает по цветам. Так, ну, тоже можно уже восстановить историю и вернуть все как было. Надо только побольше размер сделать.
Потом залив ингредиент. Черный у нас получился, ну да ладно, будем вместе. Вообще очень вот такие деньги. Ну, опять глючит мне немножко. Попробуем выбрать другой цвет какой-нибудь. Создает новый слой. Вот, получилось. Блин, опять. Ну-ка, ладно. Мне тут постоянно глючит. Не пиратский фотошоп, поэтому не всегда выходит как надо все. Заливка действует также почти. Так это заливка узорная была. Это основной цвет. Тут вот, видите, опять же, как у кисти, такие же режимы. Хотите еще ингредиенты взять. Режим это нормальный. Если взять режим умножения, можно нарисовать несколько вот так вот. Ставить инверсию и наоборот. Тут, твою мать, опять заключила, ладно. Так, размытие. Ну, допустим, что тут? Давай возьмем вот эту хрень. Ну, размытие, понятно, да? Тут жесткость можно поменять. Тут особо не видно, что размывает. Ну, хрен. Резкость. С резкостью надо быть осторожным, если слишком сильно. Но получится вот такая вот фигня, такой шум будет. И палец. С помощью него можно взять и так порастягивать изображение немножко. Так можно рисовать огонь. Осветлитель. Ну, понятно, делать светлее, да? Затемнитель. Губка. Он снижает, повышает насыщенность. Снижает. Тут повышает. Ну, это в основном и все. Инструмент вам показал. Могу показать, как трансформация. Вот, трансформация. Трансформировать изображение. Что делать? Повороты. Наклон. Искажение.
перспектива. Информация. Понятно, да. Восповорот на 90-180 и отражение по вертикали по горизонтали не имело смысла показывать особо. Легче всего, конечно, использовать свободное трансформирование и просто берешь, поворачиваешь. Так. Вот и все. Ну-ка, на Морн студию.